И это видео, я вам в этом видео расскажу о хайлайтерах, которые я обнаружила у фирмы Essence. И я не знаю, как я их раньше не замечала. Может быть, это новинка, хотя я не думаю, что это новинка. Там не стояло, обычно стоит то, что это новинка и так далее. Этого не стояло. Может быть, потому что это было где-то там заныкано. И это, кстати, есть не в каждом магазине. Но я нашла вот такие вот кремовые хайлайтеры. Go Glow называется оно, или So Glow, да, So Glow. Они просто обалденные, они находятся там же рядом вместе с кремовыми румянами. Но кремовые румяна меня не очень интересуют, потому что я могу намудрить что-то с ними. А вот кремовый хайлайтер мне очень-очень понравился, потому что у меня был лимитированный выпуск хайлайтер такой от Catrice. Но он у меня закончился. У них есть в новой коллекции что-то подобное, но оно очень-очень дорого стоит. И, честно говоря, его было там не так уж много, поэтому я не знаю, как намудрит в этот раз Catrice, сколько он туда продукта затрамбует. А здесь все видно. Essence тут прямо видно, сколько этого продукта здесь. Вот. Потом, что мне понравилось, их было именно в двух оттенках. Есть в белом 10 и 20-й. Такой розовенький, я бы сказала. Хотя они называют его... А, ну, эти названия я вечно не люблю, не особо люблю их читать, потому что какие-то глупые они. Вот этот белый, он такой нежно-белый. И расходуется, вы видите, я уже начала его использовать, расходуется его очень-очень мало. То есть нужно просто дотронуться пальцем один раз, и у вас уже ровно столько продукта, сколько надо. И если его растушевать, то блеск от него вообще замечательно идет. Он, конечно, не такой блестящий, как запеченные тени, но в этом и вся суть. То есть именно такой очень нежный блеск. И мне страшно, страшно нравится. Я сейчас сделаю его вот здесь. В принципе, я же наносила на другой. То есть блестит вообще по-страшному. И вот этот вот более розовый я нанесу сейчас на другую сторону. Так, возьму другой палец. Вот совсем чуть-чуть его нужно. То есть этого продукта может хватить действительно на очень-очень долгое время. Ну, розовенький он такой, я бы сказала. То есть, если ты бледный, вот тогда розовый очень пойдет. А если летом, например, я, скорее всего, вот это использовать не буду, потому что тогда буду похожа на свинку. Летом всегда как-то более розовее. Хотя, если загореть до очень коричневого цвета, то будет шикарно смотреться. Шикарные-шикарные хайлайтеры. Советую присмотреться. По консистенции очень приятные. И не пробовала, но сейчас попробую. И пахнут они очень приятно. А еще что я нашла, это хайлайтер от Pets Fy. Я на него вообще чисто случайно обратила внимание, потому что девочка проходила мимо, и она повела подругу к этому стенду от Pets Fy и говорит: «Смотри, смотри, вот я купила такой шикарный карандаш, розовый». Я уже не слушала потом, что они дальше говорили, они пошли дальше. А я подошла посмотреть, а действительно, что это такое. Почему я на него не смотрела? Потому что он стоял среди теней, среди таких кремовых теней карандашей. Кремовые карандашные тени, карандаши меня не интересуют, я такими не пользуюсь, и поэтому я и вот на вот это не смотрела. А когда я это услышала, думаю, пойду-ка посмотрю, что это такое. И это вот такой вот хайлайтер, вот такой вот кружочек, карандашик. И я вам... Он стоит, конечно, если вот это вот стоит... но это совсем другая консистенция, да? Он тоже, конечно, такой чуть-чуть кремовый. Но вот этот более такой, я бы сказала, жидкий. И он стоил евро 75, 2 евро 75, если не ошибаюсь. То есть прилично так. Здесь 4 грамма. Вот в этом же 13. И здесь, и он стоил 4,95, где-то в пределах 5 евро. То есть, в принципе, вот это намного выгоднее, чем вот это. И я пошла смотреть. Вот такой вот. Я сейчас... Здесь он вертится. Я вам сейчас покажу, сколько здесь продукта. Бесконечно. Вот мы пришли к чему. Вот такой вот классный карандаш внутри находится.
Я посмотрела, я теперь смотрю и на граммы, как, потому что Катрис очень неплохо так обманывает, дурит людей в неком, в этом роде. Ну, у него, я вам скажу, что он в эту же степь, что Эссенс, наверное, не очень видно, да? Ну, очень, он очень нежно осветляет, и у него такой розовастенький. Я скажу, что он близок к вот этому розовому от Эссенс, но все равно он чуть-чуть другой. То есть здесь чуть-чуть больше блесток, я бы так сказала. Но я просто в восторге. У меня теперь столько хайлайтеров тоже хватит до следующей осени, наверное. Вот это все, что я вам хотела рассказать. Всем хорошего дня, до следующего видео, до свидания.